Мы собрали кучу хейта из-за того, что пользуемся электронным суфлером, поэтому объясняем, почему мы текст читаем. Наши зрители привыкли видеть на ТикТоке простой развлекательный контент, типа спел, сплясал или просто что-то эмоционально сказал. Там читать текст неуместно, потому что когда на сцене у Гамлета в одной руке череп, а в другой руке бумажка, он в бумажку смотрит и восклицает «бедный Йорик», это означает, что он не учил слова и плохо репетировал. Заметьте, в нашем художественном контенте, который находится в разделе «Креативы», мы тоже в текст не смотрим. У нас не только креативы, но у нас еще и науч-поп, который находится в других разделах. А там как раз использование конспекта. Это не минус, а плюс. Потому что конспект – это не шпаргалка. Шпаргалкой пользуется тот, у кого мало знаний, и он недостающие знания держит на внешнем носителе. А конспектом пользуется тот, у кого наоборот, слишком много знаний, а в конспекте выбрано то и сформулировано так, чтобы раскрыть тему в отведенное маленькое время. Шпаргалка – признак того, кто не готовился, а конспект – признак того, кто наоборот старательно готовился. Принимаем хейт по поводу того, что на заднем плане у нас фотоаппарат Sony, а имень у него Olympus.